той же песочнице у меня всегда была профессия врача. Слушал стетоскопом игрушки, хотя я не знал, что это такое стетоскоп. На самом деле вопрос заработка в детстве как-то вообще никак не волновал. Когда ты маленький, что, подорожник есть, зачем тебе деньги? Люблю детей, двоечников обожаю. Обожаю хулиганов, обожаю двоечников. Я не писала сочинение на тему, кем я хочу стать, ну, как-то так не получилось в школе. Я не знаю, что пишут девочки, я хотела стать строителем. Мой отец работал строителем, он приходил с работы, рассказывал, что происходило, и ты сидишь такой на полу рядышком, тоже так хочу. И вот где-то, начиная с лет 8, эта мысль уже так хорошо осела в голове, и начинались такие мысли, надо учиться, готовиться. Но в 11 лет, когда посмотрел фильм «Знахарь», и меня очень впечатлило то, что врач, который там был, провел блестящую операцию на головном мозге. После этого я, конечно, подумал, что вот это вот люди, которые просто, они продлевают жизнь другим людям, спасают то, что, в принципе, спасти невозможно. Я очень хотела в школу. Вот сколько себя помню, все время хотела в школу. Мне было 6 лет, а в школу можно было с 7 идти или с 8. Как все идут, а я без школы и остаюсь, моя мечта. И я уговорила родителей, папа участвовал в этой авантюре. Они мне добавили возраста. Они мне написали день рождения сентябрем, началом сентября. И благополучно я пошла в первый класс. Мне очень нравилась школа всегда. И вот это, наверное, воплощение моей мечты. И потом перешло в профессию. В детстве у меня была белая каска. Не каждый до получения профессии может походить в белой каске. Это опять-таки благодаря отцу. Касок было много. Были оранжевые, были белые. Это прораб ходит в белой каске. Строились домики, причем из реальных кирпичей. Если когда-нибудь обращали внимание, клумбы обкладывают кирпичом, который ставят на уголок. Вот этот кирпич тщательно выковыривался и делалась какая-нибудь стена. Забивались гвозди во все дверные косяки. Отвертки, гаечные ключи было любимым развлечением, что-нибудь отвинтить. У меня была любимая игрушка «Теодолит Федя». Знаете, вот делают дорожку во дворах, и стоит парень такой, как с камерой, как будто, и дети думают, ой, нас по телевизору покажут. Вот нивелиры и теодолиты, это такая техника строительная, скажем так, оборудование. И вот у меня был поломанный такой теодолит, я его за собой таскала, это где-то килограмма 3 металла с кучей всяких винтиков, уровней. Федя долго мне прислужил. В детстве я приезжал к своим родственникам. У меня была такая бабушка Настя. Она всегда жаловалась, что у нее ножки болят. И я всегда ходил, что-то брал, подорожники, какие-то инструменты у меня были, я ее лечил. Как-то игрались детьми, и это еще почему-то я это помню, но той же песочнице, у меня всегда была профессия врача. Я как-то на подсознании я хотел вот именно, чтобы я лечил кого-то. Слушал стетоскопом игрушки, хотя я не знал, что это такое стетоскоп. Пока мои ровесницы играли в дочки-матери, я играла в школу, кукол посадить, что это, какой-то интерактив, мне уже тогда интерактив нужен был. Я взяла сестренку свою, младшую, у нас большая достаточно в возрасте была разница, где-то лет 7, и ее подружку. Вот они были моими первыми жертвами моего педагогического, так сказать, опыта. Вот смотрите, мне 10, им 3,5. Вот мы играем в школу. Результат такой, что в 4 года моя сестренка бегло читала. В детстве это все представлялось чем-то таким очень масштабным. Наверное, как показывают ролики в интернете, строительство всяких атомных станций или каких-нибудь мегасооружений. В детстве это именно так представлялось, что что-то такое монументальное воздвигнется, и ты это все сделаешь своими руками. Ну, на факт это совершенно другой. Сейчас это все маленькое такое кажется и не настолько восхитительное, как тогда казалось в детстве. Я знала, что нужно ходить и говорить строителям, что делать. Вот это первое, наверное, что я знала, что нужно сделать. Потому что, опять-таки, вот это были рассказы отца, что вот там накосячили, а я вот так-то придумал. И ты думаешь, ух ты, как классно, папа выкрутился, я тоже так смогу. Представлял себе то, что я буду помогать людям не таблетками, а более радикально. То есть
Поэтому хирургия для меня такое самое первое место во врачебных вообще манипуляциях, в лечении. То есть и в мыслях входило то, что я буду помогать людям. То есть я не думал. У меня, конечно, естественно, как у всех, у всей молодежи, это была романтика, что я там буду работать, буду помогать. Даже не думал о деньгах. Ну, сейчас все по-другому. Понятно, у меня были идеал там, моих учителей, пример моих учителей. Я просто хотела от этого получать кайф. Я представляла, что это будет весело и интересно. И до сих пор это так весело и интересно. Хотела стать, ну, как мы сейчас выражаемся, прикольной, но вместе с тем очень много знающей и умеющей это передать детям. То есть в ненавязчивой форме. Объяснить сложно, а простым языком. Если первоначальным местом моей работы было то, что я работала, именно строила, а сейчас я тот самый человек, который надзирает за всем этим делом и говорит, вот тут плохо и здесь плохо, переделывайте. Я бы сказала, что в детстве виделась профессия немножко грязнее, а я в данный момент больше офисный сотрудник, поэтому редко такое бывает. Ожидание – реальность, реальность получилась лучше, чем было первоначальное ожидание. На самом деле вопрос заработка в детстве как-то вообще никак не волновал. Ну, что ты в детстве, там, наклейки в журнальчик наклеил, и классно. И вопрос денег, ну, когда ты маленький, что, подорожник есть, зачем тебе деньги? То, что приходится оперировать, участвовать в операциях, ассистировать, это все очень интересно. И каждый раз, когда ты идешь на операцию, ты всегда с каким-то позитивным настроем понимаешь, что ты идешь помогать, ты идешь спасать. Ну, про зарплату уже говорить, наверное, не стоит, все знают, сколько врачи получают. А сами граждане относятся к нам как к обслуживающему персоналу. То есть ты приходишь, отдаешь свой организм, грубо говоря, свое здоровье в руки человека другого, не проявляя с этим никакого уважения. То есть требования, мы, по сути, для них те же официанты, только без чаевых. Я не разочаровалась абсолютно. Я про систему сейчас не говорю, конечно, это отдельный вопрос. В профессии я не разочаровалась. Не сильно большая разница от детских ожиданий, от того, что сейчас. Сидит директор и главный инженер, они мне набрасывают вопросы, и все это какими-то жаргонами, какие-то шуточки, не знаю, клички, какие-то непонятные слова, и все сокращенно до букв, и я сижу, это можешь, ага, это можешь, угу, все могу, а потом просто выхожу, что они спрашивали, я вообще не понимаю. И я подходила к своему преподавателю и спрашиваю, а что вот это такое? Так ты все это знаешь, ты ж, мы же это делали. Да вот это, ну, было очень забавно. То, как оно называется на самом деле, и то, как оно используется и называется в реальной жизни, это вроде одно и то же, а называется по-разному. Это было, ну, странно. Это было кошмарно. Это был приемный покой, и очень много поступающих людей. Ты волнуешься, потому что ты решаешь вопрос о принятии решений в плане госпитализировать человека или отпустить домой. Непривычно, когда тебя атакуют со всех сторон. Скорая, пациенты-самоходы, как мы их называем, которые приходят в приемный покой. Все требуют, все кричат нам доктора, где доктор. А ты вроде бы работаешь, ты не просто сидишь там за компьютером, ты думаешь, что человеку назначить, когда ты отпускаешь, какие ему назначить препараты, какие консультации других специалистов или до обследования. А другие приходят и прям уже чуть не за стола за шкирку вытаскивают, чтобы тебя, ну, притащить к пациенту, к своему родному, близкому. Поэтому волнительно было очень сильно. Знаете, такая экзотика на сегодняшний день. Это Бладеренская школа. Сегодня, наверное, это трудно представить. Печное отопление. На переменках дети выходили, так спиночкой к печке грелись. Белорусский язык и литературу. Вот сейчас я думаю, что я бы, наверное, не вошла в класс, понимаете? А тогда мне было не страшно. Вот моим ученикам сейчас, вот представьте, 45-50 лет. Мне вообще самой в это трудно поверить, потому что, ну, это, ну, тогда было не страшно, как ни удивительно. Вот я шла и шла, ко мне заочный урок приходила, и я самого отъявленного двоечника вызвала. Я люблю детей, двоечников обожаю. Обожаю хулиганов, обожаю двоечников и отличников обожаю. И я вызвала его к доске, он что-то на удивление так ответил хорошо, я его давай путать. Ну, в общем, резюме было такое, из тебя хороший педагог получится.
Здесь есть и коммуникация с людьми. Постоянно надо чему-то учиться новому. Потому что, ну, несмотря на то, что дома строились и 100, 200, и 300, и 1000 там лет назад, и всегда людям где-то надо было находиться, а не в чистом поле. Прогресс не стоит на месте, и надо развиваться. А вот что не нравится, это, наверное, вот девочка-инженер. Вот это вот реакция некоторых мужчин из разряда: ну и что ты сюда пришла? Вот так. Ну, это не передает то чувство, когда ты человеку помог, действительно, особенно если это ножевое ранение, к примеру, или как я сейчас прохожу ординатуру по микрохирургии, пластической хирургии, когда привозят людей с травмой конечностей, когда полностью и эти конечности восстанавливают, и у людей вновь есть возможность работать руками, ногами, вот, пальцами, кистью, там, это здорово, это замечательно. То есть пусть это будет там 2-3 часа ночи, но ты всегда готов пойти в операционную, простоять там 5-6-8 часов. Вот, и от этого все равно ты получаешь удовольствие. Нравятся мне мои клевые ученики. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Мне очень везет с учениками. Они вот просто, они мое спасение, они мою радость, они мой креатив. Я бы не сказала, что это надоедает, потому что каждый раз новые люди, новое общество. И ты, вот знаете, у кого есть такая возможность менять круг общения, ну, практически каждый год. Ну, правильно, я с подростками работаю, ох, сложные товарищи. Но, тем не менее, меняешь круг общения, смотришь их, живешь интересами. Тут мы, значит, в Инстаграм запустили, тут мы ВКонтакте там попереписывались, тут мы на Ютубчик зашли. То есть я с ними тоже как-то стараюсь не отставать от каких-то модных веяний. Очень важно, когда ты о чем-то мечтаешь, действовать, не останавливаться, потому что если чего-то хочется, то, ну, нельзя полностью задушить себе порыв. Это оно с самого начала, оно уже поселилось в сердце, и надо это осуществить. Кто-то хотел космонавтом стать, кто-то хотел стать военным, кто-то хотел печь пироги, а в результате переводчики, геодезисты, айтишники, кто угодно, но как-то не получилось. Наверное, мне повезло очень сильно.